Айл, послушай, Пайтон! Это самый крутой канал в корпоративном телевидении! ДМИ! Послушай! Йоу! Фрэш! Ты знаешь! Брат, братан, братишка, когда в эфир их пустят, разрывается весь классик от Фрэш ТВ звуков. Расскажу подробнее о парнях, ведь я попал к ним на канал. Расскажу подробнее о парнях, ведь я попал к ним на канал. На восходе меня снова будет Калиденко. Видимо, опять собрался на халяву в кофе-брейк. Сергей не мылся пару дней, и я спросил, зачем он так говорит. Купаться будет только лишь в аплодисмент. Погнали! Первый раунд, мне сразу стало стрёмно. Думал, это не сварение, оказалось, это Стёпа. По фреше он корреспондент, регалий есть полно, но худой, будто рекламное лицо у РБО. Другой корреспондент Иван, он странный человек, послали его на три буквы, он пошел на ТНТ. Когда проходит мимо, он дают пинка легко, ведь если бью, значит люблю, почувствуй нашу любовь. Еще в канале операторы Иван и Стас, у Вани мощный объектив, у Стаса очень мощный таз. Пока на съемках Фреш, то все каналы нервно курят. Мы снимаем круто, ты снимай свою кандидатуру. Ребят, погодите, вы же покормите, я обещаю, ну? Okay.